Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте, столице штата Тасмания. Когда он только начинал свой бизнес, то заметил, что не у всех есть средства на стрижку газона. Люди оказывались на грани выселения. Мы предлагали им наши услуги, а они говорили, что не могут себе этого позволить. Они либо на пенсии, либо еле сводят концы с концами. В итоге Макс решил, что будет помогать нуждающимся и бесплатно косить их газоны по пятницам. Очень приятно, когда видишь людей, которые искренне тебе благодарны, когда ты явно снимаешь с их плеч груз. Сад Стейси Гаспера остро нуждался в уходе. Трава была высокой, повсюду валялся мусор. Нависла угроза выселения. У меня проблемы с мотивацией из-за психологических проблем, и я потеряла контроль. Макс помог преобразить лужайку перед домом. В итоге она не лишилась права аренды. Женщина еле находит слова, чтобы выразить свою признательность. Очень хорошо, очень хорошо, очень-очень-очень хорошо. Когда Хири только начинал свою волонтерскую программу, желающих было мало. Но теперь, благодаря помощи христианской благотворительной организации, о нем узнало больше людей. Они не ходят к врачу, потому что не хватает денег, поэтому точно не смогут оплатить стрижку газона. Наверное, приятнее всего, когда помогаешь семье с детьми. Они наблюдают, как ты косишь газон, а потом выходят и могут на нем играть. У него огромное сердце, просто огромное сердце.